Во второй по величине и своей значимости в Азербайджане город Гянджу мы приехали рано утром. По традиции мы посетили бутылочный дом, о котором я уже рассказывала, губернаторский парк, о котором я еще расскажу. Мы клубнику кушаем прямо в парке. Экзотика! Пробежали мимо еще не открывшегося торгового центра, к которому вернулись в один из поздних вечеров, куда нас с мужем привез один из его братьев, направляясь по дороге к памятнику великого Низами. Вечером везде очень красиво. Горят огни, в воздухе ощущаешь свежесть, а тут еще и национальный колорит. Прогуляйтесь и вы с нами. Наши национальные инструменты все здесь. Это тоже сигмальный. Сейчас. А это сувенирный такие. Это подарок хороший сейчас. Да, это очень хорошо. Да, взял чудище на пробелкам. Тар. Тар? Тар. 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 А это бубен. Дабал. Дабал, дабал. А это каланча. А это каланча. Это каланча. Такое трио, да? Как говорится. Национальный азербайджанский инструмент. Здравствуйте, коллеги. Ассаламу алейкум. Лото, это знаешь, что такое? Дедушка с бабушкой. Ой. Баба-нене. Ата. Ну а что, мы тоже с тобой будем старыми? Когда-нибудь вот так же сядем и будем когда-нибудь, да, разговаривать. Ну что делать? Хорошая бабушка, хороший дедушка. Мне нравится. Хорошая. Трубы. Да, он называется. Ну, интересно. Очень. Очень.